И более 200 экземпляров книг с новой редакцией основного закона страны пополнили библиотечные фонды Владикавказа. В преддверии Дня Конституции активисты Общероссийского народного фронта совместно с командой молодежки ОНФ доставили книги в Национальную и юношескую библиотеки, а также филиалы централизованной библиотечной городской системы, откуда книги распределят по ее филиалам. Такому подарку рады и работники библиотеки, и читатели. Спасибо вам огромное, что вы нам сегодня принесли в дар Конституцию Российской Федерации. И наши читатели, конечно, будут благодарны держать в руках новый экземпляр, тем более с учетом поправок от 4 июля 2020 года были внесены поправки. А главная цель нашей Конституции сегодня – это соблюдение правовой стабильности нашей страны. В ближайшее время общественники планируют передать экземпляры обновленной Конституции в сельские библиотечные фонды. Для того, чтобы каждый желающий смог ознакомиться с ней воочию, потрогать, пощупать и почитать так, как должно быть. Потому что все-таки электронный формат – это, конечно, здорово, удобно и так далее. Но мы бы хотели, чтобы все жители возвращались к чтению все-таки книг, изданий и знали свои законы, свои права, так как Конституция – это все-таки основной правовой закон, который должен знать каждый житель нашей страны.